Подведомственное учреждение Минздрава Якутскмедтранс на базе своей автомастерской готовит будущих механиков. О ходе производственной практики студентов репортаж Евгения Тайтонова. Георгий Наговицын – студент третьего курса Якутского педагогического индустриального колледжа. Учится на технико-механика. Производственную практику проходит в автомастерской Якутскмедтранса. Парень хоть и молод, но с большой ответственностью относится к своей будущей профессии. Врачи спасают жизнь. А наши, если машина не доедет, они не успеют. Где-то, если сломается, наша вина будет. А наша, как бы сказать... На нашей совести будет жизнь человека. Курирует Георгия выпускник ЕИПК Алексей Торговкин. Сегодня он слесарь-вулканизатор Якутскмедтранса. Прохождение практики в предприятии дает больше возможностей трудоустройства. Я узнал еще поглубже детали машин, агрегаты еще. Республика нуждается в таких молодых специалистов. Ребята вливаются в коллектив. Узнают предприятие, узнают структуру предприятия, навыки, опыт работы на предприятии, в производстве. И в дальнейшем при устройстве на работу им гораздо легче, адаптация у них намного меньше, вливание в коллектив. Мы находимся в Святая Святых автомастерской Якутмедтранса, где студенты и работники разбирают, собирают двигатели машины скорой медицинской помощи. И как мы все знаем, двигатель – это сердце каждого автомобиля. Для обслуживания 13 медицинских учреждений, а также для надежной и непрерывной работы 130 единиц техники, в автомастерской трудятся 20 рабочих. А для взращивания молодых специалистов еще год назад Якутскмедтранс заключил договор с индустриальным колледжем по реализации дуального образования. И уже более 230 студентов прошли практические занятия на базе учреждения. На предприятии уверены, что сегодняшние практиканты со временем придут к ним в качестве компетентных работников. Евгений Тайтонов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.